Эй-хей-хей, всем привет! Это Кэт из городка Вискасвилл. И это наша новая знакомая, да? Новая знакомая. Вот такая вот. Ой, она меня лизит. Ты моя рыбка. Ой, ты моя косочка. Вот такая вот у нас красавица тут есть. Да, вот такая вот она. Вот она всегда в одежке, потому что ей холодно. Даже несмотря, что в доме тепло, а ей немножко холодно. Вот она, красавица. А лапочки как поджала. Ой, я не могу. Вот такое вот чудо. А хвостик можно то и посмотреть? Ой, она не возражает. Посмотрите. Посмотрите, какой у нее хвостик. Ты моя рыбка. Вы посмотрите, она даже на меня не реагирует. Ой, я не могу. Ты такая слипи. Ты спать хочешь, а я тебя беспокою, да? Моя ты рыбка. А ушки у нее какие? А лапочки? Можно мне твою лапочку посмотреть? Коготочки твои можно посмотреть? Извини, я тебя беспокою. О, ты моя ты рыбка. Ты моя красавица. Вот такое вот чудо у нас спит. Такое вот чудо. Эй, привет, скажи мне привет. А, привет скажи, ты такая слипи. Ты такая спишь, да? Ты такая красивая. Да, такая маленькая. Она еще у нас бэби. Она еще бэбичка. Такая маленькая, хорошенькая такая. Такая-такая. Да, такая маленькая девочка. Вот у нас такое чудо бывает здесь. Ребята, у кого есть такие кошечки, пишите. Мне очень интересно узнать. Я слышала, что они сейчас очень популярны. Всем привет. Пока-пока. Это была Кэт из городка Вискасвилл. Всем хорошего дня.